Мощные землетрясения на западе Японии, подземные толчки магнитудой 6,1 привели к разрушениям. Повреждены здания и дороги. В префектуре Симоне пострадали 5 человек. Многие жители остались без электричества и водоснабжения. Для ликвидации последствий в регион отправлены подразделения сил самообороны. А жители японской префектуры Фукуи стали свидетелями захватывающего противостояния весны и зимы. В регионе, где еще в марте зацвела сакура, пошел снег. Пораженные японцы выложили в сеть кадры, как розовые цветы вишен окутались плотным снежным покрывалом. По словам метеорологов, апрельский снег в префектуре Фукуи выпал впервые за 17 лет.